Город Лабытнанги готовится отпраздновать 71-ю годовщину Великой Победы. В городском доме культуры полным ходом идут репетиции праздничного концерта. 9 мая лабытнанцы смогут принять участие в торжествах, патриотических акциях, конкурсах, поздравить ветеранов, пройти с фотографией деда или прадеда в составе бессмертного полка, отведать солдатской каши. Впрочем, обо всем подробно расскажет моя коллега Светлана Кель. В городском доме культуры самые юные участники торжественной программы. Воспитанники детского сада «Ягодка» разучивают постановку. 9 мая маленькие актеры и их взрослые помощники в театрализации покажут взаимосвязь времен и поколений. Через детскую игрушку молодое поколение 21 века говорит о том, что мы вас помним и никогда не забудем. Спасибо, что вы подарили нам мир и мирное солнце. С небом. Поблагодарить наших уважаемых ветеранов за 71-ю победную весну будет возможность у всех горожан. В 10 часов утра начнется театрализованный митинг-концерт. Завершится он минутой молчания в память солдат, не вернувшихся с поля боя, и возложением цветов к вечному огню. В 12 часов стартует легкоатлетическая эстафета. В беге на длинную дистанцию примут участие команды городских школ и трудовые коллективы. В это же время на уличном экране начнется прямая трансляция главного парада Победы с Красной площади. С 13 дня каждый желающий сможет прокатиться в музыкальных автобусах и вместе с артистами исполнить песни военных лет. Спустя 2 часа в Лабытнангах стартует бессмертный полк. По предварительным подсчетам организаторов, в патриотической акции примет участие порядка 1000 человек. И у каждого из них будет своя история и герой Великой Отечественной войны. Приглашаем принять участие в этой акции. Действительно, это очень важно для всех нас. Помнить историю, воздать дань нашим предкам. Вот, еще раз, возле гостиницы «Семь лиственниц», 14:30 построение, в 15:00 начало. Шествие бессмертного полка завершится на площади Дома культуры, которая в этот день станет центральным местом торжества. Здесь в 15:30 начнется театрализованный концерт. Под песни военных лет лабытнанцы смогут отведать солдатской каши, приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров. 9 мая будут работать сразу 5 полевых кухонь. Лабытнанское телевидение в победный майский день также подготовило для своего зрителя немало приятных сюрпризов. В 2 часа дня стартует телемарафон «Память священна», который завершится праздничным прямым эфиром. В студии ЛТВ ведущие Ольга Подковыркина, Андрей Симоненко и их гости вспомнят истории и судьбы советских солдат. 9 мая в 6 часов начинается наш прямой эфир, и я хочу пригласить всех лабытнанцев присоединяться к нашему диалогу. Я уверена, что в каждой семье есть свои герои, те люди, которые прошли войну, и наверняка у вас есть истории, которые можно рассказать. Пожалуйста, звоните нам 2-16-38, мы с огромным удовольствием выслушаем вас. Ну а сразу после прямого эфира, по его окончанию, в эфир лабытнанского телевидения выйдет телеверсия, в которой все корреспонденты лабытнанского телевидения будут готовы рассказать по частичке того праздника, тех торжественных мероприятий, которые проходили в течение Дня Победы в Лабытнангах. Вспомнить имена тех, кто не дожил до победной весны, можно будет и в окружной акции «Мы помним». В канун Дня Победы, 8 мая в 23:30, по Аллее Славы пройдет шествие добровольцев. Главным символом акции станет зажженная свеча, к дань уважения и памяти тем героям, которые погибли за отчизну в годы Великой Отечественной войны. К участию приглашаются все лабытнанцы. Сбор у здания администрации в 11 часов вечера. При себе иметь свечи и лампадки. С каждым годом хотелось бы отметить, что количество желающих принять участие растет, и незадолго до начала акции уже интересуются, будет ли, не будет, какой будет маршрут, потому что у нас было в прошлом году акция состоялась просто на площади Победы без марша. В этом году мы возобновили ту 5-летнюю традицию, которая у нас стартовала изначально. Лабытнанги готов к празднованию Дня Великой Победы. Главное, чтобы настроение горожан не омрачила погода. Если верить прогнозам синоптиков, 9 мая ожидается до минус 6 градусов. Небольшой снег и восточный ветер. Так что одевайтесь теплее в этот день. Светлана Кель, Дмитрий Свирит, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».